В Доме правительства состоялась очередная встреча губернатора с представителями интернет-сообществ авто- и мотолюбителей. На ней были обсуждены самые актуальные вопросы безопасности дорожного движения. С подробностями Алексей Загороднюк. Вместе с губернатором Ленинградской области в беседе с блогерами приняли участие руководители профильных комитетов, а также руководители структурных подразделений регионального управления ГИБДД. В совещании приняли участие 7 блогеров. Круг вопросов, которые они хотели обсудить с губернатором, касался состояния дорог, их пропускной способности, планов реконструкции существующих трасс, строительства новых и тому подобное, правовой поддержки автолюбителей, взаимодействия власти с общественностью и других тем, касающихся безопасности дорожного движения. Я анализирую блогер-сообщество, и зачастую, когда случаются тяжелые аварии, очень много причин вы находите, но, по крайней мере, те, кто у вас присутствует на сайтах, но при этом очень мало внимания вы уделяете человеческому фактору. Начинаете вспоминать про то, что нужно смотреть за резиной, там, что вот надо смотреть за автомобилем, что а вот где была власть, почему, так сказать, не посмотрели. Кажется, там кто-то проезжал мимо и говорил, что все-таки в этом месте прошел дождь и дорога была мокрая. То есть вы начинаете, говорю как есть, да, искать причины, кто же виноват в том, что это случилось. И за редким исключением, значит, вы устраиваете дискуссию о соблюдении правил дорожного движения и всего остального. Понимаю, что это не очень популярно, и люди не очень любят, когда их там призывают к соблюдению норм, там, требований и правил. Но а кто, если не вы? Потому что мы, когда это говорим, нас иногда воспринимают так, типа, ну, вы для этого и деньги, и зарплату получаете, чтобы нас тут получать. А мы уж привыкли со школьной скамьи, что, чтобы нам не говорили, мы все равно, типа, умнее. И тем более уже люди все грамотные и опытные. Ну, это же так. На встрече были подведены итоги работы, намеченных в ходе предыдущей встречи с блогерами. Напомню, она состоялась в августе.